Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». У хоккейной «Лады» появился главный тренер. В Самаре выходные стартует чемпионат страны по боксу. Самара станет столицей российского бокса. На неделю, начиная с предстоящей субботы, на ринг МТЛ-арены будут выходить лучшие бойцы страны, чтобы выиграть не только титул чемпиона России, но и путевку на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия. За сборную Самарской области выступит 14 боксеров из Новокуйбышевска, Тольятти, Безенчука, Чапаевска, Жигулевска, Сызрани и Самары. Сборная 63-го региона составит конкуренцию, чемпионы и призеры Европы, мира и Олимпийских игр. Наши спортсмены имеют шансы туда попасть, мы за них будем очень болеть. На этом чемпионате у нас будет участвовать Василий Веткин. На него, конечно, большие надежды. Он чемпион России 2013 года, лучшим боксером признан на чемпионате России, серебряный призер чемпионата России 2014 года. Поэтому это наша надежда. Но есть у нас еще Руслан Юлдашев, это тольяттинский боксер. В 2013 году он был бронзовым призером чемпионата России. Главным тренером хоккейной «Лады» назначен латвийский специалист. До этого Артис Аблс носил приставку «исполняющий обязанности». В команду его пригласили летом на должность тренера. После отставки прежнего главного тренера Сергея Светлова под руководством Аблса «Лада» одержала 8 побед в 10 последних матчах и смогла уйти с последнего места на востоке континентальной хоккейной лиги. Сейчас «Автозавод» с 11-й, лидер «Новосибирская Сибирь». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.